Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях протоиерей Максим Плетнев, руководитель Координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской епархии. Здравствуйте, дорогой отец Максим. Добрый день. Благословите наших телезрителей. Бог да благословит всех нас. Добрый вечер, телезрители. Дорогие телезрители, дорогие наши друзья, соратники, мы очень просим вас сегодня принять особое участие в нашей передаче, потому что тема сегодня, ну, казалось бы, такая совсем научная. Теологические и богословские аспекты реабилитации зависимых людей, ну, скажем, просто скажем так. Поэтому мы, конечно, просим вас звонить к нам в наш корпункт в Петербурге, код города 812, телефон 677-62-44. И, может быть, кто-то из вас имеет какие-то свои вопросы или, может быть, беды, или вы хотите что-нибудь сказать или задать вопрос по этой теме, по теме помощи зависимым людям, мы, конечно, будем очень рады и признательны за ваше участие в передаче. Дорогой отец Максим, когда мы говорим о теологических, богословских аспектах той или иной проблемы, в данном случае мы будем говорить о страсти и проблеме зависимости, и будем, конечно, говорить на таком живом примере реабилитационного центра, не только центра, но и вообще в целой системы, которая так, называется программа «Фавор». Но, знаете, вот как мы с вами перед началом передачи говорили о том, что человек, попадающий в сегодняшнем мире, попадающий в очень сложные, действительно сложные ситуации современного мира, часто приобретает опыт через разбитые колени, через, что называется, разбитый лоб. И эти ошибки, которые он совершает, мы понимаем, что, может быть, только благодаря этим ошибкам и, к сожалению, накапливается тот опыт, которым потом хочется поделиться с другими, но уже, оказывается, и жизнь прошла, и уже не успеешь ни с кем на эту тему поговорить. И я в храме, в котором вы служите, я разговаривал с людьми, которые так или иначе сталкиваются с этой проблемой. И они говорят о том, что разговор со священником настолько важен, настолько необходим, потому что, оказывается, есть тот опыт, который приобретается через общение, в том числе, конечно же, и в первую очередь со священником, потому что именно через священника мы и обращаемся, может быть, правильно обращаемся к Господу со своими проблемами. И поэтому вопрос у меня такой. Насколько сейчас вообще возможно осмысление своего нынешнего состояния, тем более для людей, которые находятся в тяжелых ситуациях и в зависимости, каким образом им может помочь и богословие, и теология, и в том числе, конечно, вот именно в этом аспекте, аспекте зависимости людей. Спасибо за вопрос, Глеб Борисович. И действительно, это одна из таких сложнейших ситуаций духовных, когда человек находится в состоянии зависимости. И зависимости от химических веществ. И, с одной стороны, это такой медицинский, психологический термин, но, в общем-то, он определяет ситуацию. И если говорить терминами богословскими, то это страстное состояние. Состояние, когда человек подвержен вот такой страсти, которая в полноте развернулась в его душе. И когда мы говорим об этих состояниях, даже и не только об этих состояниях, я бы и многие другие ситуации нашей жизни, духовные в том числе, ну там или, скажем, религиозные, рассматривал бы с нескольких позиций. Мне кажется, это очень правильный подход, да, с точки зрения даже вот такого правильного богословского подхода. Не все лежит в области
аскетической, в области духовной. Есть такие вещи в нашей жизни, которые являются, ну скажем, телесные проявления, да, телесной нашей природы. И ведь мы же существа телесно-духовные, это совершенно однозначно. Да, и вот мы, по крайней мере, конечно, человек един, но, по крайней мере, две части мы выделяем. Однозначно видимая, да, материальная, и невидимая, духовная часть нашей природы. И, конечно же, все события в нашей жизни, они происходят одновременно в двух этих областях, в двух вот этих плоскостях нашего бытия. И, соответственно, когда мы сталкиваемся с той или с одной причиной, надо постараться увидеть ситуацию в этих двух областях, в двух плоскостях. Тогда мы видим полную картину. И как часто бывает, что как раз-таки какие-то вопросы, может быть, не только духовные, но и, скажем, психологические, биологические, пытаются решить духовными способами, и не получается. И здесь пример, в частности говоря, вот именно о нашей проблеме, что часто мы встречаем людей верующих и употребляющих алкоголь или наркотики. И если о наркотиках, так сказать, таких поменьше, то, к сожалению, среди верующих христиан достаточно большое количество людей, которые употребляют алкоголь и даже находятся в разных стадиях алкоголизма, собственно говоря. Можно им уже ставить диагноз. И мы видим, что, к сожалению, вот вера в Бога, она не мешает человеку употреблять. И здесь, конечно же, мы подчеркиваем, что, по всей видимости, значит, вот это духовная жизнь, да, вот тот духовный путь, который совершает человек, это такой яркий маркер, значит, он зашел в тупик. И есть над чем работать, есть на что обратить внимание. И, конечно, вот в нашей программе помощи «Фавор», которая осуществляется в нашей епархии, это такая программа амбулаторной реабилитации, ну, можно сказать, мы сейчас немного стараемся... Такое реабилитация порой людей отпугивает. Мы говорим, курсы трезвости сейчас, чтобы человеку было легче прийти. И когда он приходит к нам, мы даже уже как бы в разговоре говорим, там, независимый, ну, там, зависимый человек, да, там, ну, тем более алкоголик, наркоман, он такой же мягко, так, участник программы, например, или там участник курсов. Ну, вот. И людям так легче прийти, потому что порой трудно признаться, что у тебя большие проблемы, и тебе нужна помощь. Вот, и мы стараемся как раз-таки вот увидеть эти проблемы. Конечно, огромная беда современного человека, вот такое безбожие. И я бы, знаете, вот сейчас, говорят, есть звоночек, мы с вами послушаем. Я бы вот именно после звонка рассказал бы вообще о видении. Я бы это назвал, знаете, мир лежит во зле. Есть слова такие, да, Священного Писания. И вот я бы сказал таким обыденным сатанизмом. Ничего себе. Вот я бы так это назвал, что порой происходит и что мы видим. Вот если это посмотреть с точки зрения богословия такого христианского, какая сложная жизнь порой современного бытовой человека. Бытовой сатанизм. Я бы так это назвал. Интересно. Необычный аспект. Давайте на эту тему поговорим сразу после звонка. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните. Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот у меня такой вопрос. Можно ли вообще по закону запретить продавать наркотики? И второй вопрос у меня следующий. Как сейчас Русская Православная Церковь рассматривает вопрос об алкоголизме? Это все-таки болезнь или привычка? В 19 веке такое было. Спасибо, Игорь, за вопрос. Ну, сразу отвечая на первый вопрос по поводу наркомании и продажи наркотических веществ. У нас разрешена продажа наркотических веществ в медицинских целях. Помимо того, что наркотики можно использовать как вот одурманивающее вещество, они также участвуют в медицине. Вот, поэтому такая продажа у нас разрешена, как раз-таки запрещена вот оборот не в медицинских целях или употребление наркотических веществ в немедицинских целях. И, по сути, употребление даже уже карается, там административные, так сказать, тут взыскания, а хранение и распространение, тем более, или сбыт, или покупка, уже уголовное преследование. Поэтому эти вещи у нас запрещены, ну, а церковь, конечно же,
к алкоголизму относится однозначно. На сегодня это такое общее мнение, что это, конечно, и грех, и болезнь. И грех, и болезнь. Не привычка, да, а именно грех, страсть, то есть, да, и болезненное состояние. Мы не боремся с медициной, а мы дополняем ее, расширяем это видение. Мы говорим, нет, помимо того, что это алкоголизм, это еще и страсть. У меня в связи с этим сразу я добавлю к вопросу Игоря еще несколько аспектов. Ну, во-первых, что касается наркотиков, ведь мы знаем о том, что раньше даже употребление наркотика считалось уголовно наказуемым деянием. Теперь это не считается. Поэтому я почему об этом говорю, в том числе и по поводу алкоголизма. Было время, когда совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения не усугубляло вину, а наоборот облегчало ответственность. И сейчас мы довольно часто обсуждаем эту проблему, проблему того, что идет некое, ну, скажем так, облегчение ответственности за, ну, соответственно, наркомании и алкоголизма. Ну и хотел бы обратить внимание, что, дорогие телезрители, у вас на экранах также, помимо телефона телеканала, появляется телефон нашего реабилитационного центра, нашей вот программы помощи зависимым «Фавор» и также название нашего сайта. Обратите внимание, да, вот и, собственно говоря, вы можете к нам обратиться, мы постараемся вам помочь. На сегодня у нас амбулаторная программа, но у нас теперь появилась возможность принимать иногородних. У нас теперь есть проживание, поэтому можете звонить. И вот, собственно говоря, мы будем прилагать все усилия для того, чтобы изменить вашу жизнь к лучшему. И вот я продолжил бы идею как раз-таки о том, порой тяжелом положении, в котором находится современный человек, и даже вот это состояние, я так назвал, таким бытовым сатанизмом. Что это такое, о чем я? Ну вот представим картину. Девочка там молодая, да, лет 16-15, она девиантная. У нее уже девиантное поведение, то есть ненормативное поведение. Она постоянно уходит из дома. Она пропадает, может, там, на несколько дней. Она уже начинает выпивать, да. При этом она временами пытается вести совсем другую жизнь. Ходить на кружки, учиться. Но потом происходят такие провалы. Соответственно, родительница обращается там к каким-то психологам, психиатрам, социальным службам. Да, да. Это все не приносит результата. А в основе этого лежит что? А в основе лежит то, что вот этот ребенок, тут даже, знаете, надо еще, может быть, так. Ведь как много людей рождаются, современных людей рождаются вне желания родителей, да? Как порой, к сожалению, у современного человека беременность для людей это становится какой-то проблемой. Появляются вот матери-одиночки. И дети появляются ненужными. И, конечно, мы в своей работе глубоко убеждены, что во многом условия для формирования в человеке зависимости создают родители или отсутствие родителей, или отсутствие одного из родителей. Да? Что значит создают эти условия? Это вот такое неполнота бытия. Неполнота бытия в конечном итоге – это отсутствие любви. Человек не получает любовь. Он рождается ненужным. Он в детстве испытывает насилие, он испытывает отчуждение людей от себя. Да? И порой человеку благополучной истории детства, ему трудно понять, а как это жить в таком состоянии, когда ты пришел в этот мир, а ты уже изначально предан людьми. Ну, по сути, для ребенка... Но он же не знает об этом. Он не осознает это, но его сердце знает. Его сердце знает, и в нем сформируется в том числе вот это такое стремление себя уничтожать. И в конечном итоге это стремление, оно воплощается в химическую зависимость, в разные, так сказать, рискованные поведения тем или иным образом. Мы так говорим,
я бы сказал, таким мягким языком. А что это значит? А это значит, что человек будет постоянно, в общем-то, делать очень плохие и страшные поступки. Там, это, скажем, что, это что? Это из-за чего? Это просто что значит, предопределение какое-то? Не совсем. Что значит бытовой сатанизм? Да? Это, например, жизнь ребенка в семье алкоголиков, когда мама, папа пьет. Или когда наркоманка может выбирать между тем, чтобы накормить ребенка, или пойти за дозой, и она выбирает дозу. Вот это я называю бытовым сатанизмом. У меня сразу вопрос, простите, я вас просто перебью. Ну вот нам, ну, в общем, в принципе, наверное, было бы понятно, что вот, ну, понятно, папа алкоголик, мама алкоголик, и они наркоманы, и, в общем, это проблема. Вот мы сейчас примем телефонный звонок, а после этого я вот задам вам вопрос. А неужели не бывает такой ситуации, когда, ну, казалось бы, нормальная семья, вот и папа, и мама считают, что все у нас нормально, а в результате ребенок растет так, как будто и папа, и мама алкоголики, наркоманы. Сначала примем телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните. Да, я звоню Татьяна из Подмосковья. Добрый вечер, Добрый вечер, Борисович. Здравствуйте. Добрый вечер, батюшка. Добрый мы вечер, храни вас Господь. Можно говорить. Да, вы знаете что? Я сначала, да простит меня Господь. Я с дерзновением, видать, я особо, ну, видно дерзновение. Вот смотрите, погибают люди, приличные, молодежь, падают и не могут встать. А Господь любовь любит. Для чего же такие попущения? Господи, пусть простит меня Господь. Спасибо. Спасибо большое, Татьяна. Очень хороший вопрос. Хороший вопрос. И ведь, к сожалению, вот эти попущения, не то что для чего. Господь дает человеку свободу. И тот мир, и как раз-таки ту темную сторону нашей жизни, которую мы сами организуем, это та возможность свободы, которая у нас есть. К сожалению, эта свобода реализуется не в направлении к блаженству и к Богу, а в направлении к козлу, к греху и в конечном итоге к сатане, вот как раз-таки к этому сатанизму, вот этой тьме. Да, и когда мы работаем с зависимыми людьми, вот мы прямо сталкиваемся с этой тьмой, вот она. Вот это такое какое-то, знаете, с одной стороны, беспросветная история, с другой стороны, конечно же, Господь волен убелить жизнь человека. Да, если человек призывает в свою жизнь Бога, то Господь приходит и меняет эту жизнь. И отвечая на ваш вопрос, вы, задавая вопрос, вы прямо очень правильно сказали, что родителям кажется, это первая история, да, родителям кажется, что у них как бы благополучная семья, но если рассмотреть взаимоотношения в семье, окажется, что они не совсем благополучные. И часто действительно в этой семье и осуществляется насилие над ребенком в том или ином формате. Это не обязательно физическое, но, может быть, психологическое насилие. Такие сложные немного моменты, но вот тем не менее, может быть, дисфункциональность, там папа-деспот или мама-деспот, да, там строгий контроль ребенка, когда у него расписано все по часам. И, например, помню, девочка вот, наркозависимая, мы ей помогали, и у нее была градация наказаний дома разработана. То есть там за проступки она там не одно там наказание, там встань в угол или... Но это было еще до эпохи, так сказать. Ну, лет 15 назад это была история. Но вот там целый папа ввел целый ряд наказаний всяких разных. Ну, вот. Это, конечно же, не совсем нормальная история. Следующий момент, что сам ребенок может воспринимать, вообще мы с вами воспринимаем, для нас реальность не то, что с нами происходит реально, а то, что мы думаем, что с нами происходит, то, что мы воспринимаем. Именно если говорить о психологической реальности. И ребенок может воспринимать, получив вот какую-то травму, обиду какую-то, да, там, опять-таки, у него эта обида происходит не сознательно в сознании, что вот я обиделся, нет. Но вот, он обижается, но этого не осознает. И у него, если вот он испытал какое-то... Ведь маленький человечек, он изначально любит родителя. И маму, и папу, и доверяет. Не то, что доверяет, он от них полностью зависим. Но если он испытывает вот это доверие, эту любовь маленького человека, она натыкается на, я все-таки скажу, предательство, ну, то есть... Родитель не соответствует, да, вот он его обижает или, ну,
кидает, бросает там, в той или иной ситуации, не обязательно совсем бросил, да, но тем не менее, то ребенок, он несознательно обижается, но вот эта боль, она в нем происходит. И у него происходит еще порой часто, он испытывает какое-то недоброе чувство, от этого ему становится еще хуже, потому что он понимает, что он должен любить родителей, но в то же время у него есть там еще что-то. И у меня, помню, мой знакомый, у которого сейчас не все хорошо с алкоголем, я помню, мы начали воцерковляться, и какая была для него трагедия, у него был папа алкоголик, и он пил, и он молится, а отец ломится в дом. Он пьяный, они уже, мама уже в разводе с этим отцом. И он вот в таком совершенно нетрезвом состоянии ломится, ломится. В результате вот, мой друг, ему пришлось применить физическую силу к отцу. При этом одновременно он и воцерковляется, он молится, и у него и чувство вины. И вот что, как это? Вот это я это и называю. Вот такие сложные моменты вот таким бытовым сатанизмом. Вот что это такое? Да вот такое зло, которое, к сожалению, порой наполняет жизнь человека. И такого зла очень много. Это разнообразный разврат в той или иной форме, который сейчас осуществляется в жизни современного человека. Это настолько прямо волна идет. Это же не просто невозможно блудить легко. Это обязательно принесет боль и страдания. Потому что это грех и страсть. То же самое употребление, да, оно не приносит. Оно в какой-то момент приносит облегчение, может быть, да, но потом, в дальнейшем, это будет боль и страсть, и страдание, потому что за всем этим, конечно, стоит духовная тьма. Вот вы сказали, а как же это преодолеть, да, ну, не совсем сказали, неужели это вот так неотвратимо, вот родители пили, я буду обязательно пить. Нет, по-другому. По-другому. Как можно преодолеть? Ну, прежде, если говорить о психологии, то, конечно, надо осознать. Вот если маленький человек, ему трудно осознать, но взрослый человек уже может осознать, что с ним происходило. И простить, прожить, да, идти дальше. Принять эту боль, пережить ее, и уже, выходя из этой боли, жить дальше. А с точки зрения, конечно, духовной, ну, Господь милостив. И как раз-таки вот если причинно-следственная связь ведет к какой-то трагедии, катастрофе, то чудо Божие-то и происходит тогда, когда человек обращается к Богу, и вот эта данность, она прерывается. Вот это как раз-таки семейные истории, они прерываются. Из-за чего? Из-за того, что благодать Божия, присутствие Божие приходит в наш мир и в наши семьи, в нашу жизнь, да, там, в мою духовную жизнь, в мою там личную жизнь. И я стараюсь уже жить не как я отдельный такой человек, а как я тот, кто хочет быть с Богом. И такая жизнь совсем другая. И тогда жизнь преображается, тогда начинается вообще какое-то инобытие. И мы можем говорить уже, можно сказать, бытовой рай может начаться, да. Уже не один я, но Бог со мной. Да? Если Бог со мной, то что? И вот здесь, кстати, у меня вопрос возникает. Мы сейчас все-таки говорим о том, уже можем так говорить, о том, что многие, очень многие люди приходят в церковь, приходят так, что прям серьезно, осознанно, и дети приходят в церковь. И в этом случае мы видим, когда люди, наши прихожане рядом с нами, которые люди, они, мы видим, что этот человек страдает от алкоголизма, или мы видим, что этот человек, у этого человека, или у этой девочки, или у этого мальчика, у него большая беда в жизни. И мы это знаем, видим, но молчим. Вот о том, как можно ли, нужно ли человеку говорить об этом, об этих проблемах внутри церкви и внутри общины, об этом мы с вами поговорим обязательно сразу после телефонного звонка. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните. Добрый вечер, Надежда, Воронежская область. Да, здравствуйте, бытует, Надежда. Бытует народная мудрость, семья не без урода. Угу. Наблюдение показывает, что это действительно так. Почти во всех семьях, почти, я не говорю 100%, обязательно один ребенок будет ненормальным, в смысле, или алкоголик, или наркоман, или еще что-то. Но именно вот такое наблюдение. Даже двое детей будет один нормальный, один
ненормально. Откуда это и почему? Как вы думаете? Спасибо за вопрос, Надежда. Ну, все-таки я буду держаться своей теории. Она подтверждается практикой. Часто люди, если мы говорим о созависимых, они же бедные родственники, они не совсем адекватны. Они не видят происходящего. И прямо не видят до... Ну, вот женщина созависимая, да, говорит, ну, как раз-таки вот все это об отсутствии любви, вот эта неполнота бытия в жизни маленького человека, которая приводит большого к чему? Ну, просто ему очень больно жить. Ему больно, и, по сути, вот употребление компенсирует вот эту неполноту, эту боль. Эту боль можно изменить любовью, которую он может найти, там, может, в другом человеке, да, там, в супруге будущей или там, и так далее. Ну, как-то это, да, это возможно, конечно же. Но тем не менее, все равно это родительское, это очень ценно и важно. И родители часто, вот женщина говорит, ну как же, батюшка, вот вы так все говорите про любовь. Ну, у нас так все и было. Мы очень любили ребенка, все было хорошо. Ну, вот как же так вот он получился? И дальше она рассказывает, что отец этого ребенка начал изменять, собственно говоря, жене, когда ребенку был год, а в 12 лет он их бросил. Ну, и человек этого не видит. И человек этого не видит. И таких историй можно много рассказать. И, к сожалению, мы вот так говорим, что да, у нас все хорошо. Но мы же говорим, или мы видим, что вот у них в семье все хорошо. Но мы же не видим, что там внутри. Не просто людям жить вместе, не просто вот устанавливать эти взаимоотношения, да? Не просто уметь любить ребенка. Это не просто. Это действительно сложно, и научиться, да, и труд. И труд, и правильно понимать, как любить ребенка, да, как ему вот как давать ему возможность жить и развиваться, в то же время все-таки надо и контролировать родителю, да, и ограждать его от какого-то греха, но в то же время не ломать его психологически. И ведь легко же сломать человека, очень легко. И часто люди рождаются и живут, ну не рождаются, а живут с такой изломанной судьбой. Изломанной судьбой. И кто-то сломал. Часто это именно родители. Невольно, конечно. Порой по любви. Да, там, стараясь любить и так далее. Но вот... Да, это история такая сложная, непростая. Но, слава Богу, как раз-таки, если возвращаясь к нашей программе «Помощь и фавор», то вот как раз-таки на нашей программе мы помогаем человеку осознать свою жизнь. Вот... В общем-то, если так в двух словах ее объяснить, то духовное направление – мы помогаем человеку встретиться с Богом. И, конечно же, когда мы помогаем людям обретать веру, мы не можем за них поверить. Не можем их там насильно привести к вере, да, там, заставить верить. Конечно, это невозможно. Вот. Но что мы можем? Мы можем организовать пространство, духовное пространство, да, вот бытийное пространство так, чтобы вот эта встреча произошла. А дальше уже ответ человека. То есть эта любовь не просто как термин, уже который у нас потерял весь всякий смысл. Это другая любовь. Любовь, которая не просто через какое-то уси-пуси, а через все-таки какое-то, ну, просто проявление этой любви постоянно, что называется, в жизни, да? Ну, я за то, чтобы любовь-то это что? Это сострадание. Это, ну, мне нравится слово «жалость», «милосердие», «жалость». Да. Вот тут же и нежность, да? Кстати, слово вот... «жалеть»-то тоже ведь слово переводится как «любовь». Да, да. И вот, собственно говоря, и это и есть любовь, и, ну... Конечно, мы не даем любви в полноте, да, вот у нас нет этой любви в идеале, но мы можем к этому стремиться. У Господа есть. Да, и у Господа есть, мы можем об этом говорить и к этому стремиться. Это то, как раз-таки, что нам дано, та возможность. Вот. А вот я рассказал о том, так сказать, действии в нашей программе духовного начала, что мы, да, как мы помогаем человеку духовно. Или восстановить это взаимоотношение с Богом, если они были нарушены вот этим грехом, этой страстью.
А с точки зрения вот психологической, что мы помогаем? Прежде всего, осознать себя, а в дальнейшем научиться собой управлять. Что мы еще делаем, теперь стараемся сделать? Это очень сложная задача, она требует мощных ресурсов. Создать человеку возможность жить другой жизнью. Вот, к сожалению, мы... Вот как раз тот самый бытовой сатанизм, в котором люди живут порой десятилетиями, каких-то ужасных, даже не бытовых, а именно каких-то бытийных, психологических, духовных условиях. В каком-то уродстве таком живет человек. И вот он к нам приходит на программу, да, мы 3 месяца с ним работаем, помогаем, и мы теперь понимаем, вот да, мы ему объяснили, что такое зависимость, дали какой-то инструментарий для борьбы, помогли ему обрести веру. А дальше-то он возвращается вот в этот самый страшный мир, в котором он находится. И да. Наша теперь задача – дать возможность альтернативы. Вот над чем мы сейчас работаем – создание возможности жить по-другому. Вот эту жизнь не просто... Это одно дело, мы объяснили, да, что надо человеку жить-то по-другому, а он-то не может, у него нет сил создать другую жизнь. И вот создать как раз ту общность христианского бытия, в том числе мы на сегодня вот пытаемся создать такое волонтерское движение, куда бы человек мог бы войти и начать жить, и даже помогать другим, что очень здорово. Мне нравится название этого волонтерского движения «Доброе дело», поэтому... Но все-таки у меня на один вопрос вы мне не ответили, и опять у нас есть телефонный звонок, и опять мы его примем, а потом вы мне все равно ответите на этот вопрос. Добро. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните. Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. Меня зовут Дмитрий, я из Ленинградской области. Батюшка, у меня 2 коротеньких вопроса. Во-первых, вот как быть родным, которые, у которых вот сын или дочка, они впали вот в эту зависимость, как не отчаиваться, как бороться с этим отчаянием, искать в себе силы. И второй вопрос, вот много сейчас православных реабилитационных центров, которые помогают вот жить по заповедям, любить Бога, и помогают, много исцелений очень, но когда человек выходит, ему он теряет вот эту вот связь с Богом. Вот как вот родственника, может быть, удержать, молиться, чтобы на плаву остаться? Дмитрий, спасибо большое за ваши вопросы. Спасибо. Дмитрий, ну что можно сказать? Конечно, хорошо бы получать помощь, на мой взгляд. И здесь надо обратиться и родственникам тоже получать помощь. Вот мы говорили о том, что созависимость – это тоже девиантное состояние. Это аддикция, это ненормально. И человек, она сложнее. Она трудно определяема, потому что одно дело, человек, ну вот он пьяный, и мы его видим, да, вот она в развернутом состоянии, так сказать, история. Другое дело, близкий человек. Он вроде бы так и внешне все хорошо, да. Бывает, конечно, уже все и совсем нехорошо, но внутренне там какое-то искривление очень мощное часто происходит. И человек этого не осознает, а ему нужна и внешняя поддержка. И, слава Богу, на сегодня есть вот работа, и у нас есть работа. У нас 2 раза в неделю проходит занятие для созависимых. Дмитрий, приглашаем в епархиальное управление. Вот телефон нашего фавора, да, он на экранах появляется, 911-170-5404. Можно звонить и как раз-таки вот договариваться о встрече, приходить к нам на встречу. Вы, Дмитрий, не сможете жить за вашего родственника, к сожалению. Ну, вот, ну, не получается, да. Или, к счастью, ну, не суть важно, но не сможет близкий человек жить за другого человека. Здесь, мне кажется, как раз-таки созависимость чем плоха, что человек начинает жить жизнью другого человека и, соответственно, перестает жить своей жизнью, в ней активно участвовать, и она из-за этого разрушается. И здесь задача созависимого – начать жить самому, отделиться и, прежде всего, самому стоять, самому пребывать. Вот если бы, ну как Серафим Саровский, же прекрасные слова, и они же на практике реализуются, обрети дух мирный, вокруг тебя спасутся тысячи. Ты войди в благодать, будь в любви Божией, в благодати сам. Что значит любви Божией? А значит мирный дух, да? И вот в этом мирном духе дари любовь людям, да? Вот, ну как вот... Из полноты сердца, да, глаголит уста. Вот чтобы полнота сердца
И, конечно, это повлияет на всех, в том числе на наших ближних, однозначно. Ну, из бессознательного перейти в сознание. То есть это вот человек в обмороке лежит, что-то нужно сделать для того, чтобы его привести в сознание. И, ну, наверное, можно дать человеку понюхать нашатырь, и он как бы очнется, но вот нашатырем не заставишь человека изменить всю свою собственную жизнь. Так вот, все-таки я вернусь к вопросу, который меня серьезно волнует. Причем эта ситуация, я сталкивался с ней очень, к сожалению, много. Потому что если мы видим, что человек, наш прихожанин, так или иначе приходит все время либо с запахом, либо, знаете, есть такое ощущение, когда у человека недавно пил, и у него такой перегар. И мы понимаем, что этот человек в этом как бы состоянии постоянно. Грубо говоря, что я должен сделать? Подойти и сказать: батюшки, батюшка, вы знаете, вот у нас вот такая вот беда, есть такой человек, вот прихожанин такой церкви, и вот что-то нужно с этим делать. Или мне нужно подойти к этому человеку и сказать: друг, брат, давай я тебе помогу, что тебе нужно, что нужно сделать. В общем, в принципе, что мне делать с человеком, если я вижу, что он находится в таком плачевном состоянии? Ну, такой действительно непростой вопрос, потому что, ну, по большому счету, а что вы можете сделать? Так, что? Ну, вот это я и к вам задаю вопрос. А что вы можете сделать? Вот что? Наверное, вы же говорили о каких-то реальных людях. Ну, да, вот конечно. Вспомните одного и подумайте, а что реально вы можете, как вы можете повлиять на эту ситуацию? Ну, я сам повлиять, только вот, как бы сказать, когда ко мне обращаются люди, я говорю, куда, что нужно делать. Это, да. Но я же не могу подойти, знаете, как, помните, было люди со значками большими: хочешь похудеть, спроси меня как. Нельзя же повесить значок: хочешь бросить пить, спроси меня как. Мне кажется, вот эта притча о сучке и бревне, она очень верная. И она, мы часто ее воспринимаем как, ну так, притча, чтобы осудить человека, который осуждает другого, да, там, скажем так. Но это не совсем об этом. Ведь это бревно, это наша не любовь, а иными словами, неполнота нашего бытия, то есть несовершенство наше, да. И вот если мы войдем в совершенство, тогда мы увидим, как убрать это сучаться. Вот если мы войдем в совершенство, ну, станем святыми, тогда мы помолимся, и этот человек оставит свою, и он обратится на путь истины, оставит свое пристрастие, да? Ну вот. А так, конечно, ну, если у меня есть выход на этого человека, да, он мне близкий, я имею какое-то на него влияние, я могу с ним общаться и помогать ему. Но если человек от меня далекий, и, ну, мои слова будут бессмысленны, таких, к сожалению, волшебных слов-то нету. Поэтому, вот, ну да, это сложно. И более того, тут еще хуже. Вот у меня есть два моих, ну, можно сказать, друга, да, и, по сути, там, с молодых лет, уже там лет 30 мы знаем друг друга, и я им не могу помочь. Они употребляют, и я с ними общаюсь, но они не слышат, они не останавливаются. Вот это два человека на моих глазах. Один вот еще так не очень громко, а другой очень громко употребляет. И он погибает. И я понимаю это. И там у нас целый ряд людей, которые видят вот разворачивающуюся трагедию. Мы это понимаем, а мы ничего не можем сделать. Ничего мы находимся себе. В бессилии. Человек не слышит. Не слышит? Да. Мы, конечно, ему говорим, он не слышит. Он, ну, к сожалению, это обычное состояние отрицания алкоголизма или там наркомании. Ну, чаще алкоголизм. Наркомания все-таки более... Видно, да, человек употребляет, видно, но вот, а здесь человек говорит: да нет, это все нормально, да я... Там, не слышит, не достучаться, понимаете? Я думаю, не достучаться еще и потому, что мы сами-то вот немощны, да, по нашей немощи, по нашей нелюбви к нам к нему не достучаться. Понятно. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните? Здравствуйте, добрый вечер. Меня зовут Андрей, Белгородская область. Здравствуйте, отец Максим. Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте. Глеб Борисович. Вот у меня такая ситуация. Я как бы сам с ней живу. Вот не только бывает, что люди пьют, либо там еще что-то делают, а есть бывает, что гневливые люди. И вот они живут в семье и делают ад в себе. И как бы в аду живут его родственники, да?
вот Господь, если уходит человек в вечность, он же будет рассматривать все равно эту ситуацию. Все равно как бы человек и мучится, и как бы не может себя сделать совершенным. Вот так вот эта созависимость. Господь же тоже будет эти все вещи. Она как бы будет являться как бескровным мученичеством. Так? Ну, вот это мое как бы размышление. Если я не прав, но поправьте или как-нибудь разъясните. Спасибо вам. Андрей, спасибо за вопрос. Ну, наверное, Андрей имел в виду несение незаслуженных каких-то страданий, да, вот такое бескровное мученичество. Ну, это сложно. Ну, страстотерпчество, да, так иначе, несение страсти, да, претерпение каких-то страданий. Ну, сложное состояние. Мне кажется, какие-то вещи можно все-таки пытаться, если это близкий человек, изменить. Вы знаете, вот я сейчас все-таки вижу, настолько семья – это важная часть, не то, что важная, это, собственно, это основа жизни человека. И Господь, после Господа – семья, если более, так сказать, конкретно, любовь между людьми, между близкими людьми. И вот эта ценность взаимоотношений между близкими людьми – это и супруги, это и родители, дети, это там бабушки, внуки, брат, сестра и так далее. Это то, что нас держит, это то, чем мы живем. Это важнейшее для каждого человека. На поверку, если вот так все раскапывать, то после веры в Бога это следующая ценность в жизни человека, каждого человека. Человеку важно, чтобы был кто-то рядом, кто его любит. Вот близкая, живая душа, родная душа. И, конечно, когда это друг, родная душа живет в гневе, тут надо тоже смотреть, а что происходит, почему этот гнев происходит? Что с человеком, да? Или это уже какое-то, может быть, отклонение там, психиатрии, одна история, да? Или это страстная история? Там, непомерной гордыни, еще что-то. Иногда мы можем как-то повлиять на ситуацию все-таки. Вот я бы посоветовал бы, если это близкий человек, вот мы говорили о просто знакомом, ну, нам трудно на него повлиять, да, вот у нас просто, ну, нет возможности. А близкий человек, там, родственник первой ступени, да, ну, вот, это как раз тот человек, с которым, вот мы что-то можем как-то. У нас есть какая-то возможность осуществить какое-то на него воздействие. Надо подумать, что. Тут надо разбираться, смотреть. Каждый случай отдельный. Конечно, хорошо, когда люди в Боге. Мы говорим, что да, мы стараемся христианам быть со Христом, не в полноте, но хотя бы, чтобы люди старались быть со Христом. И, конечно, когда в семье верующие, то выстраивать эти взаимоотношения гораздо проще. Более того, ну просто там вот очень хорошо тогда можно все выстроить, да, если люди верующие, осознанные верующие, то там, конечно, все это есть, так сказать, высшие идеалы, ради чего семья живет тогда, да. Но вот, если человек неверующий, конечно, все сложнее, и современная такая массовая культура дает идеологию как раз-таки потребительства, эгоизма, карьеризма, да, и вроде бы говорят о семье, но так это тоже в потребительских мотивах. И, может быть, картины мира вообще измененные, и порой люди могут внутренне ставить перед собой цели совершенно не христианские. И они по этим даже неосознанно ставят эти цели, да, и они будут по ним жить, и, соответственно, жизнь будет разрушаться. И мы вот опять приходим к этому бытовому сатанизму, да, в котором живет очень большая часть наших сограждан. Люди порой живут, ну, вообще каких-то, тут даже мы говорим уже не о зависимости, а именно о семейных отношениях. Ну, такая бывает какая-то кривизна, просто послушаешь, думаешь, Господи помилуй, как же так бедные люди живут, как же так можно, как же так, почему же мы такие, человек такой вот немощный, уродливый, что так можем мучить друг друга, да, и, ну, ну, мы-то не можем с вами, да, там как-то войти в их жизнь. Можем посочувствовать, там, помолиться как-то, да, постоять рядом, там, подержать за руку, там, ну, как-то в таком образе. Вот. Это мне рассказывал недавно совсем один мой друг, священник, присутствовал при кончине человека. И вот он говорил о том, что вот удивительно,
человек умирал, причем священник тогда еще не был священником, он тогда еще даже не был ни диаконом, то есть он был просто верующим человеком. И вот он говорит, что вот человек, вот он умирает, и я плачу от бессилия, что я ничего не могу сделать. Кстати, именно это бессилие, вот, вот желание как-то помочь, и заставило его пойти в семинарию и, соответственно, потом окончить академию, стать священником, стать известным священником, хорошим священником. Потому что вот он говорит, что побудительный мотив был именно вот этот. И в связи с этим тоже вопрос тогда возникает. Вы говорили про волонтерское движение. Кто приходит в это волонтерское движение? Это люди, которые просто приходят с улицы, верующие христиане, которые хотят помочь кому-то? Или это люди, которые уже знают, что это за беда? Или, ну, в общем, кто входит в это волонтерское движение? У нас волонтерское движение как раз-таки вот при, так сказать, как ответвление нашей работы, да, основной. И... Но мы серьезно настроены. Сейчас мы, по сути, только в начале пути. И 8-9 ноября, да, вот в субботу, мы провели первую такую встречу, провели такое, можно сказать, учредительное собрание. Ну, вот. И дальше мы будем отрабатывать, смотреть, что работает, как привлекать волонтеров, как их собирать. Конечно, мы прежде всего, вот одна из целей – это создать вот эту возможность другой жизни. И, конечно, помогать другим людям – это удивительно. Это настолько… Вот мы как раз сегодня много говорили о тьме, да. Но в жизни очень много света. Очень много света. Ну, порой люди не идут в сторону света, к сожалению, да? А света много. Конечно, свет – это жертвенность, да? Это вот та самая любовь, которая проявляется через реальные добрые дела. И вот даже малое доброе дело… Вот мы первые, так сказать, у нас было дело, мы помогали одному фонду… Наши вот волонтеры, ну, первые, буквально это было вчера, да, вот мы в субботу собрались, и вот уже вчера, так сказать, провели такую первую акцию, помогали фасовать крупу для бездомных. Уже, насколько я понимаю, наши волонтеры уже испытывали вот такое благодатное присутствие, касание. То есть, потому что это жертва, человек жертвует своим временем, да, своими силами, он приезжает, он участвует в этой работе, для бездомных фасует еду, и он уже... понимает, ну, даже не понимает, это действительно касание вот такое. Мы любим других, эту любовь проявляем, потому что мы любим Бога, и mm-hmm. мы чувствуем любовь Божию в нашем сердце. То есть это... можно, получается, сказать так, что если, например, все-таки человек чувствует свое одиночество, причем ведь одиночество можно даже чувствовать, будучи человеком, регулярно ходящим в церковь и участвующим в таинствах, и это, конечно, слава Богу, что это есть, и человек живет, но даже при этом все равно можно ощущать свое некое одиночество. То есть получается, что у нас есть такие возможности, даже обращаться вот, в волонтерское движение, помогать фасовать крупу и получать, я уж совсем так просто скажу, получать за это благодать. Да, да, можно и так сказать. Но знаете, вот тоже в нашей программе «Фавор» вот у нас есть такая, как бы у нас есть те самые навыки, которые мы пытаемся помочь обрести участникам нашей программы. Вот есть навыки психологические, да, там осознанность, инструменты для противодействия. А духовные навыки, там целый ряд навыков, один из них – это радость бытия. Радость бытия. Этому надо учиться, к сожалению. Там, где есть радость бытия, там нет сатанинского порой бытия. Человек вот разучается чувствовать радость от жизни, от той милости, которую Господь каждую минуту являет нам в жизни. То есть это общение, это радость общения, радость бытия. Она может заменить вот то самое одиночество, которое, как правило, идет, ведет к помыслам, к страстям. Надо общаться. Надо общаться. Выходить к людям. Надо общаться. И есть эти люди, которые готовы с вами общаться. И это хорошо. Потому что я понимаю, что, знаете, когда мы говорим об аспектах богословских, теологических аспектах, слово «реабилитацию» я не очень люблю, но все равно получается из бессознательного в сознательное перейти, наверное. И очень важно тоже одно из качеств этих навыков, которые мы помогаем обрести, это искренность.
И люди готовы общаться искренне, да, вот без лжи, без какой-то там двойных там смыслов. Ну, зачем? Если можно без этого. Но вот. И вот эта искренность, конечно, надеюсь, она искренность моя личная по отношению к Богу, чтобы я сам осознавал для себя в реальности, а отец, не какие-то иллюзии. Отец протоиерей Максим Плетнев был сегодня в нашем эфире. Дорогой отец, благословите наших телезрителей. Бог благословит. Спасибо за эфир. Спасибо большое, дорогие наши телезрители. Спасибо вам за то, что вы принимаете участие в нашей передаче. Не оставляйте нас без ваших молитв. Всего вам доброго и до свидания. Оставайтесь на Первом православном канале.